Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». Хочу представить для вас курс повышения квалификации, особенностей подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Программа подготовлена коллективом авторов-профессионалов. Итак, коллеги, опять ЕГЭ. Важный этап в жизни каждого выпускника и, конечно, его педагога. В данном курсе рассматриваются ключевые моменты процедуры ЕГЭ, изучается формирование необходимых языковых компетенций выпускников в процессе подготовки к аттестации. Внимание уделено подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Мы разберем кодификаторы и спецификации, а также проанализируем наиболее распространенные ошибки, чтобы вы могли быть максимально подготовлены и обсуждали все нюансы со своими учениками и их родителями при необходимости. Программы и курсы, касаемые ЕГЭ, регулярно обновляются на нашем сайте, и информация часто и тщательно пересматривается ежегодно. В результате освоения курса вы сможете, конечно, понимать, применять содержание нормативно-правовой документации, регулирующие проведение ЕГЭ, формулировать и пояснять учащимся условия прохождения единого государственного экзамена по английскому языку, работать с контрольными измерительными материалами, демонстрационными вариантами и бланками экзаменационной работы по английскому языку, проводить анализ уровня учебных достижений учащихся. Согласитесь? Еще раз даже повторить всю эту информацию очень важно. Напомню, что наши курсы дистанционны. Также обратите внимание, в данном курсе есть вариативность по часам. Вы можете изучить учебный план и выбрать тот вариант, который более актуален для вас. По окончании обучения мы выдаем удостоверение установленного образца. Приходите к нам на курсы.